Всем-всем здравствуйте. Заказала доставку продуктов. Эти, естественно, проверяют. А сегодня не фейка, сегодня гуся. А фейка с этой стороны. А вы поделили зоны влияния, что ли? Вега с одной стороны, фея с другой стороны. Ай-ай, что там мать купила? Да надо все проверить. А лялька пока Милуську целует. Очень суровые какие. Ну, конечно, купила самых необходимых овощей. Картошки взяла аж три вида. Вся разная. И египетская, и местная, и ранняя. Морковки взяла. Мы же без морковки-то никуда. Пару свеколок. Лука килограмм. Красного лука полкило. Ну, эти вот все проверяют. Нормально ли привезли все или нет, да? Как морковка по качеству. Фея вон лук уже подгрызает. Ну и, конечно, тут уже основной заказ. Все брала по акциям, естественно, экономлю потихоньку. Вот здесь вот рулька, нарубленная кусочками, в районе 200 рублей. Давно не давала желудочки пёселям. То есть я, может, какой-нибудь салатик сделаю, желудочки упаковку. Здесь языки свиные, курица мы без куры никуда. Это наша постоянная закупка. Печень куриная, то есть тоже им давно уже не давала, пора дать. Фарш, ну, обычный фарш, то есть меня устраивает ашановский местного производства, то есть фарш как фарш. Пампушки чесночные, мне уж они больно нравятся у них, вот эти пампушечки с чесноком. Аромат стоит обалденный. Можно, конечно, и самим делать, но возьми много. Если большая семья, то тогда, конечно, а мне одной неохота себе делать. Цветная капуста. Здесь маленький батончик тоже ашановский. Пару кабачочков взяла маленьких на полкило, они сейчас вообще по 80 рублей. Перца два взяла, то есть, ну, полкило указывал, но вот тут два таких гигантера пришли. Можно, в принципе, один вот этот большой фаршированный сделать, мне на целый день хватит. Огурчиков, конечно, у нас сейчас огурцы просто улетают, как не знай кто. Так, батон. Потом взяла вот такой морской коктейль, он без сурими, вот без крабовых этих палочек имитированных. На 180 рублей. Килограмм 369 рублей. Но он прям хороший такой. И наледи практически нет. И взяла еще деликатесы немножко. Креветки. Они практически очищены. Только вот этот хвостик остался. И тоже нет практически наледи. Вот этот вот пакет получается на 300 рублей. Как бы дороговато с одной стороны. Но с другой стороны. То есть тут уже прямо чистая-чистая креветка. Здесь, то есть, хватит и на салат, и горячими их пожарить, сделать. То есть, минимум на 2-3 раза я их точно разделю. Вот. Капусту взяла также у них каждый день. И капусту еще вот такую цветную маринованную. То есть, что-то у меня капуста и такая цветная, всякая разная. Вот такие у меня сегодня закупки, большая закупка. Для меня, по крайней мере. Ну, вот. А, вот это еще вроде бы не говорил. И вот такой вот морской коктейльчик взяла. По 80 рублей по акции. То есть это. Ну а всем хочу пожелать хорошего дня, прекрасного настроения, хороших вам покупок и, главное, выгодных.